И, как сообщили в Минздраве, в Беларуси на этот день выздоровели и выписаны 14 449 пациентов, у которых ранее был подтвержден COVID-19. Всего зарегистрировано 37 144 человека с этим диагнозом, а проведено немногим более 463 тысяч тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 204 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией. Бизнес медикам безвозмездно и с пометкой «Спасибо за работу». Сегодня груз от крупной компании страны передали в Минскую областную больницу. В списке уже стандартный набор средств индивидуальной защиты для медперсонала, 30 тысяч масок и очки, плюс сотни инфракрасных термометров. Это только на одно медучреждение. Груз закупили в Китае напрямую поставщиков. Какое-то время назад мы позвонили вот к медикам и сказали, что мы бы хотели помочь. Они сказали, ну, если хотите, ну вот, может быть. Но они настолько скромные люди, что мы, по-моему, там увеличили на 10 то, что они просили. Мы рады любой помощи, безусловно. К нам обращаются люди и компании самостоятельно, и физические лица. За последнее время наша больница получила финансовых средств в объеме порядка 65,5 тысяч рублей от 10 различных организаций. Всего же компания закупила в Китае больше сотни тысяч масок, очков и термометров. Партии еще распределят между Минской районной больницей, научно-практическим центром хирургии, трансплантологии и гематологии.